Здравствуйте, с вами интернет-магазин kado.ru. И в этом видео я хочу рассказать про косу садовую ручную Garten Sense фирмы Schöcken Fuchs, либо просто Fuchs. Фирма Schöcken Fuchs была основана в 1540 году в Австрии, в районе Штири. И с тех пор она выпускает высококачественные косы. То есть это их специализация, то есть они выпускают именно косы. Да? Вот. Эта коса кованая, и для того, чтобы сделать эту косу, произвести, нужно где-то около 30 операций. На каждую операцию есть свой мастер, который отвечает за эту операцию, за этот процесс. И в конце уже мастер-приемщик, который уже проверяет все косы на наличие каких-то там дефектов и доводит эту косу уже до ума, и эта коса идет в выпуск. Здесь этикеточка, да, на которой написано Handschmidt, то есть ручная ковка, и Original Reisenschnitze, что переводится оригинальная коса-бритва. То есть это раньше в Россию косы австрийские поставлялись миллионами. Где-то в год 3-4 миллиона кос требовалось для крестьянства. То есть это было до революции, после революции, где-то в 30-х годах. Так как наши заводы, типа Артинского, Павловского, выпускали небольшое количество кос, где-то 150-200 тысяч кос, и они не могли обеспечить нужд сельского хозяйства. Коса очень высокого качества, она тонкая и легкая. Вот эта коса 60 сантиметров, весит всего 410 грамм. И толщина этой косы составляет миллиметр где-то ближе к бушку и 0,7 ближе к режущей кромке. На косе у нас идет клеймо Fuchs и Made in Austria. С другой стороны, пяточки, идет 60 сантиметров, да, то есть это размер косы. Что такое 60 сантиметров? Это от пятки до жала, да, косы, до кончика косы. Это 60 сантиметров. Соответственно, рабочая часть, она немножко поменьше. Вот. Посмотрите, какое качество, да, косы, какое качество обработки. Да. И самое важное, качество режущей кромки. То есть здесь сделан так называемый дизайн режущей кромки. То есть на заводе она отбивается только не вручную, а машинным способом. И коса готова к работе сразу же после покупки. Вот он такой замечательный режущий, такая фаска. Да? Вот. Коса острая, да? Достаточно пройти себя силком, мы можем идти и косить. Ну, если вам нужно, чтобы она вообще вам брила, да, ну, это, соответственно, это нужно уже вручную отбивать, либо на специальном аппарате, либо на специальном станке для отбивки кос, который вы можете приобрести также в нашем интернет-магазине. Что еще сказать про эту косу? То есть в нашем интернет-магазине представлено два размера этих кос, это 60 сантиметров и 70 сантиметров. 60 сантиметров коса для покоса травы на маленьких, небольших площадях, на маленьких участках. Это между деревьями, между грядками. И небольшие такие пятачки, там, где можно скосить, развернуться такой косой. Очень удобная 60-ка именно для сада, огорода. Поэтому она и называется коса ручная садовая. Garten Sense. 70-ка, размер чуть побольше, и, соответственно, 70-кой можно работать на площадях побольше, да. Вот. То есть эта коса универсальная. И что касается ее строя, коса изогнута в нескольких направлениях. Да? То есть у нас здесь ярко выраженный кончик, плюс у нас еще вот здесь есть свое ребро жесткости. Так как здесь кончик приподнят, то эта коса подойдет и для начинающих, тех, кто только начинает приобщаться к ручной садовой косе.
То есть ей можно косить и на ухабах, и на неровных площадях. Вот кончик плотен, поэтому вы не будете втыкаться, да, в землю. То есть это замечательная коса, подойдет и женщинам, и мужчинам. Именно она хороша на садовых участках. Также к этим косам мы продаем косовища нескольких типов. Обычное стандартное металлическое косовище, потом косовище улучшенной формы, тоже металлическое, только улучшенное, там удлиненные ручки. И самое люкс косовище — это деревянное косовище, оно дорогое, но оно хорошо тем, что оно регулируется под практически любой рост. Мы можем ее отрегулировать, но мы продаем косовище именно европейского типа. То есть косовище европейские, то есть здесь немножко другой хват. Вот. В следующих видео я расскажу про косовище. Смотрите наш канал. Так что покупайте косу ручную, кованую Garten Sense в интернет-магазине kado.ru. Покупайте лучше, а про остальное забудьте.